открыто, прямо и в лоб. Без какой-то вообще даже маломальского намека, да, на то, что это как-то немного упаковано во что-то, да, вот прям вот так, да. Альфа-самка. Ну, прикольно само по себе название, словосочетание, конечно, да, там альфа-омега, вот это и альфа-самка, да, инста-самка, альфа-самка. Конечно же, интеграция с Альфа-банком. Давайте посмотрим, что это такое. Насколько это сделано интересно. Понятно, что рекламный трек и все такое, но рекламный трек тоже может быть хорошим, как мы знаем. Надеюсь, это не бросовое дерьмо, а реально хорошо отработанные деньги и действительно интересный яркий трек, который как минимум улыбает. Погнали. Да я покупаю все, что захочу, все. Подъезжает моя тачка к бутику. Я прикладываю карту вместо слов. Да я трачу бездарно. Я сижу на маникюре до утра. Да я трачу кучу денег на себя. У меня есть кэш на вес Луи Виттон. Да я трачу бездарно. Да я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов. У меня есть карта с Альфой, я богата. Я трачу без тормозов. На большие деньги я купила Фенди. Я трачу без тормозов. Ну да, то есть тут как бы... Возможно, они были ограничены, да, что тут вот бесконечно альфа-банк, альфа-альфа, альфа-самка, что в припеве, нужно, чтобы в припеве было слово альфа-банк. И они такие, блять, как это все совместить нормально. Ну, тут, ну, реализация слабая, правда. Блин, вообще жестко. Большие деньги я купила в Фенди. Я трачу без тормозов. Я трачу без, трачу без, трачу без, трачу без, трачу без тормозов. Без трачу, я трачу, я трачу, я трачу, я трачу без, трачу без, трачу без, трачу. Опять осуждать буду. Да я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без, трачу без, банка. Ну что-то тут разнообразили, да? Снова глянет с новости и стиль, я так живу. Мой муж приносит пачки денег, это дежавю. Это да. Мои фанаты так кричат, ведь цифры мне не врут. Жесткий оффбит, максимальный похуй. Я трачу без, трачу без, трачу без, трачу без, трачу без тормозов. Ну, это делать нужно аккуратнее, с тормозами. А то такое, да, мало ли. Здоровье можно навредить. Я трачу без, трачу без, трачу без, трачу без, трачу без тормозов. Да. Да я альфа-самка, с картой Альфа-банка. Я трачу без, трачу без, самка, банка. С картой Альфа-банка. Я трачу без, трачу без, банка. Ну, бросово, конечно же, да. Очень бросово. На мой взгляд, такие профессионалы должны показывать что-то интересное. Я понимаю, что жизнь сложная. Как бы вообще супер, что какие-то интеграции происходят, там рекламные предложения. Кайф. Я очень рад, что у артистов получается зарабатывать деньги. Искренне рад. Живет индустрия, все кайф. Но... Все-таки это яркая вещь, история, да, там Альфа-банк и все такое. И вот, вот это вот слушать, офбиты, да, похуистичное абсолютное исполнение, бросовое, дико. Хоть немножечко загличили тут что-то, вот разнообразили вот, вот это вот все. Фишечка с тем, что тут такое слово, да, как бы там торчу или что-то еще делаю без тормозов, да. Вот. Муж купил карты Альфа-банка, да. Как будто бы вот эту историю можно было бы весело обыграть. Там-то-там-то-там муж купил карты Альфа-банка. Чё-то-та-та-там муж купил карты Альфа-банка.
Это было бы прикольно. То есть на свои старые трючки отсылки сделать, да, какие-то. Джуси на тусе с карты Альфа-банка. А это мне муж купил карты Альфа-банка. Все, как бы, блядь. Оплатить идею можете еще там по почте, да. Если еще раз будете рекламировать, допустим, Тинькофф. То есть свои какие-то идеи, которые были в песнях. И прикольно было бы. А так, просто говно, честно. Надеюсь, заказчик остался доволен. Обложка, конечно, пиздец. Неужели такое задание, техзадание было вот прям прямое и кринжовое? То есть, бля, сделайте максимально прямой, бля, кринж. Не постарайтесь, пожалуйста, используйте Альфа-банк, слово несколько раз. И сделайте, повторю, максимально на похуй. Восклицательный знак 3, да? Слабо? Слабо для профессионалов, слабо. Слабая рекламная интеграция, очень слабая. Нету даже? Нету трека этого? Хотя чему я удивляюсь? Не предложил, да, никто? Ну да, трек говно. Его никто не предложил. Окей-доки, окей-доки. Ну да, как бы или да, и Морген, да, есть интересные интеграции. Ну, камон, бля. Я понимаю, что как бы тут охваты, да, и челикам из маркетинга Альфа-банка вообще похуй, да, типа освоили деньги и все. Но в целом, как бы, это же для самого артиста фишка. То есть артист, когда что-то отрабатывает, это же в первую очередь для него. Понятно, что он живет там на конверсии, на том, что типа он весь такой популярный. Но каждая рекламная интеграция, это же кейс его собственный, персональный. Что вот смотрите, вот такая вот бывает реклама. Можно на хайпе, конечно, ехать, но не знаю. То есть, короче, хотя бы в этом можно применять творчество определенное. Вайб 2 балла. Трендовость и актуальность 4. Рифмы и образы. Ебать. О, все, что захочу. Тачка бутику, карта вместо слов, без тормозов. На маникюре до утра, трачу денег на себя. Если, конечно, не словит он. Ну, 5-6, да. 5-6. Ну, сейчас. Остисили так живо, дежавю. Ну, созвучия какие-то есть, врут подруг. Окей. 6 баллов. Структура, ритмика. Ну, неплохо на самом деле. Структура, да, написана. Исполнена, но похуй. Куплет, припев, бридж, припев измененный. Куплет, пост, припев, припев. Что-то есть в разнообразии. 8 баллов, да. Даже 9 я готов поставить. Реализация стиля. 5 баллов. Да, просто 5. Индивидуальность и харизма 6. Да. Ну, за узнаваемость. Нет, даже 7 нет за узнаваемость. Очень ровно. Ну, вот 6-7, да. 6-7 баллов. Здесь хорошо 6. Это прям край вообще. Просто край. Вот такая история. Вот это более-менее придумано. Спасибо, что хоть тут заморочились. Ну, вот как-то так. Да. Ждем нормальных песен.